Вас приветствует Алена Ариес. Узнайте, что нежданно придет в вашу жизнь. Нежданно придет решение какого-то вопроса важного для вас. Будем смотреть, что за вопрос. Вопрос относительно документов, обучения или повышения в должности. Вот такой вопрос. Неожиданно, прямо нежданно решится. А еще, девочки, вас ждет что-то новое, может быть, дорожка. Как раз документы, может быть, для того, чтобы куда-то поехать или переехать. Да, дорожку я вижу, поездку или переезд. И на самом деле это то, чего вы ждете и чего вы хотите. Да, то есть, видимо, хотите вы куда-то поехать, переехать. Вот, и для этого вам нужно ли документы оформить. Да, еще могут быть перемены по работе, например, смена работы. А для кого-то может быть даже смена профессии.